Друзья, привет! Я Катя, сейчас нахожусь в торговом центре Greenwich. И сегодня я иду в Sensei. Я уже была в Sensei, и там я снимала только новогоднюю коллекцию, это был Sensei Home. Сегодня иду просто для, собственно, шопинга, посмотрим новую коллекцию. Здесь сразу увидела, конечно, не новогодние, но очень полезные вещички, шарфики, всего за 200 рублей. Невероятно, просто мягкие, такие, знаете, классные. Я даже думаю, может быть, себе что-то взять, потому что мой шарфик уже давно пора сменить. Тут разные еще цвета есть. Ну, вот эти не такие мягкие. Вот это особенно какой-то не такой мягкий. А вот эти вот три, это вообще что-то с чем-то. Мне вот такой нравится, но у меня, похоже, есть. Это слишком светлый. Затрудняюсь с выбором цвета, но выбор классный. Шапки тоже есть. Ну, шапки такие обычные, с помпошками. Ничего особенного, как везде. И шарфы еще есть к этим же шапкам разного цвета. Ну, такие более мохнатые, более объемные. Но мне такие на данный момент пока не нравится. Цену пока на них не вижу. А, 700 рублей. А шапка 299, кстати. Давайте проверим. Да, эти шарфы реально 200 рублей стоят. Да, 200 рублей, хотя стоили 700. Прям супер находка. А вот и нечто. Так понимаю, это что-то из как раз новой коллекции. И я не понимаю, это, видимо, костюм идет. Либо это отдельно топ и... Что это? Лосины? Короче, такие костюмы, 1300 здесь цена есть, не знаю, наверх, на низ или на все вместе. Вообще не понимаю, потому что здесь вот отдельно юбка, например, висит. А здесь уже отдельно идут какие-то костюмчики. И в оранжевом цвете то же самое все. Это, знаете, на всякий случай, мало ли кому-то нужно будет. И есть брючки с цепочкой серебряного цвета на поясе. Ну так, антуражненько, конечно, смотрится, 1200 стоит. Ой, и, конечно же, такой мешочек, аксессуарчик на цепочке. 1300. Так, а такие платья вроде как уже были, но они все еще есть здесь в коллекции. Мне кажется, симпатичные платьишки. Я засунула за 750 рублей. То, что нужно. Еще есть черный цвет и, естественно, малиновый какой-то. Укороченные водолазки, как топы такие тоже блестящие, просто мега блеск. Но здесь все маленький размер, вот 1099, даже XL вроде как есть, но он такой, знаете. И сумочки еще есть такие, и... Ну вот они не детские, хотя, я понимаю, похоже, да. Но все-таки этот аксессуар стоит... Слушайте, я рублей вообще здесь не вижу. Если видите рубли, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько это стоит. Я не понимаю, не вижу рублей. Костюмчик такого формата еще есть. Тоже тут чешуя такая. Переплетение с просто пайетками. Ну, так это выглядит. И топик есть разноцветный. Ну, я не знаю, это, по-моему, совсем уже карнавальные какие-то образы. В этом явно на какой-то красивый вечер не пойти. Хотя, да? Почему бы и не да, как говорится. 2000 стоят такие брюки. Смотрите, Катя, красивая коллекция сумочек. Черный блестящий, розовый блестящий, серебристый блестящий. По 1099 стоят такие сумочки. Они очень приятные по ткани. Это реально ткань. До своего размера они очень даже вместительные. Пояса тоже очень красивые, блестящие такие. 1099. Вот это вообще 899 стоит поясок. Вот, смотрите, какой красивый. Вот вся новогодняя коллекция, но я уже вам ее снимала 100%. Полное видео есть всей коллекции. Слушайте, ну в Sensei, походу, из новогоднего далеко такие вот странные наряды, которые очень-очень сомнительные. Сколько, например, такое платье стоит? 1300. Ну, вот так вот. Я вот так просто смотрю в перспективе, а там как бы уже ничего и нет интересного. То есть я вам Новый год что-то весь показала, серьезно. Ну, такое еще черное есть тоже с пайетками. Ну да, это вот новогодняя коллекция, смотреть. Может, хоть пижамки пойти посмотреть. Иду как совсем все грустно, 1600. Пойду и найду пижамы для какого-нибудь такого, знаете, образа домашнего, что ли. Для домашнего Нового года. Вот очень много аксессуаров, но тут опять, ну, просто обычные стандартные сумки, которые есть и так во все сезоны. Тапки мы видели. Снеговиков точно видели. 1099 сейчас не стоит. По-моему, дороже стоили, когда я первый раз снимала. И есть еще когтистые тапки. Тоже 1099. О, вот этого не было. Этого всего не было. Я раньше не видела. 900 стоит рублей. Вот такая подушка в форме Candy Cane. Щелкунчики. Тоже 900 рублей. И пингвин еще подушка. Из кружек. Мне вот это в прошлый раз понравилось. И сейчас она стоит 300 рублей. Сколько стоило в прошлый раз, уже не помню. Также есть такая белого цвета, черная с гномиком.
простенькие кружечки. Ну, довольно мило, вот это прикольная Candy Cane. И с оленями тоже классно. Такие стоят за 229 рублей всего-то. Свечи в форме елочек. Три штучки такой наборчик. Тоже не видела в прошлый раз. Стоит 750 рублей. А вот таких черно-белых я в прошлый раз точно не видела. Очень милые, кстати. Всего 300 рублей. Симпатичные кружки. С елочкой еще есть. Зеленая кружка с елочкой. Причем елочки тут с нескольких сторон. Куда ни посмотри, везде елочки. 300 рублей цена. Я уже по второму разу иду. Там мужской отдел. Там идет детский отдел. Там носки висят. Там вот Новый год, там сразу детский отдел. И тоже продолжение. И, собственно, все. Там просто ничего супер нового нет. То, что было интересно, вам уже подсняла сейчас по цене. И то, что я раньше не видела. Все остальное уже есть в прошлом выпуске. И, честно говоря, сейчас даже немножко под сомнением. Потому что я так хотела здесь что-то, может быть, примерить, посмотреть. По итогу даже домашних вещей нет. Ну, они есть, вот, но они обычные, ведь стандартные, например, халатики за 1600. Давайте пробежимся, что тут по носкам у нас. Вот такие носки, 43-46, видимо, мужские. 750 рублей стоят. Такой вариант носочков. Ну, не знаете, такие какие-то скучноватые даже. 600 рублей, например, такие носочки. Пишу, так это все. Я не могу здесь ничего интересного найти. Даже в мужском отделе нет ничего новогоднего. Типа вообще ничего нет. Вот куртки, вот там детский, мужской и женский отдел. Из новогоднего платья какие-то непонятные костюмы с блёстками. Ну, единственное, что здесь точно можно посмотреть, это, например, вот различные кружки, подушки. Это прикольно, это здесь есть до сих пор, причем в большом количестве. Но примерки сегодня, ребят, не будет. Вот эти вот единственные вещи, я не помню в прошлый раз. Есть подсвечник в форме снеговика. 300 рублей такой вот прикольный. А кружка тоже со снеговиком. Снеговик, говорю, пингвин. Здесь пингвин и здесь пингвин, все уже. А 500 рублей такая стоит кружка. И есть кружка еще для Санты. Здесь есть отдел для печеньки, такой отсек. И здесь можно, например, молоко налить. Пледы остались еще. 800 рублей, например, такой плед стоит. Размер у него 130 на 160. Решила еще зайти в отделение Sensei Home. И такие стаканчики все очень красивые. И в набор идут сразу два розовых стакана, 560 рублей сейчас стоят. Кружки, ну, здесь такие, наверное, стандартненькие, но интересные. Донышко фигурное из этого. Какой-то шарм у них появляется. 230 рублей всего стоит. Чисто розовая кружка за 300 рублей. Красивая черно-золотая за 250 рублей. Блюда различные. Очень так празднично, нарядно смотрится. Есть плоское блюдце за 230 рублей. Еще в черном все вот есть в цвете. Так, в белом. Есть мисочки вот побольше. Не разбить бы. 300 рублей стоит. Тяжелая очень. А это, видимо, просто не идет. 180 на 200, и она идет с резинкой. За 999 рублей. Смотрите, в отделе для животных нашла мисочки для котика. 559 рублей. Ну, не только для котика, наверное, для собачки тоже может подойти. Но здесь вообще... Котик такой и две миски, будто бы глаза этого котика. Классно, забавно очень выглядит. Ну, всякие игрушки там по 400 рублей, это уже для собак все идет.